Заброшенное здание детского сада стояло в городе с 90-х годов. По словам жителей, подростки часто гуляли на площадке и получали там травмы. Сейчас расчищенную территорию огородили забором. Губернатор потребовал решить проблему бесхозного долгостроя в прошлом году, когда приезжал в Лабинск. Мы 10 лет говорим, что оно застыло в этом положении. Оно застыло в этом положении, потому что мы, власть в первую очередь и муниципально, дала возможность этому долгострою застыть. Сделайте тогда экспертизу. Насколько возможно, нам официально нужно заключение, что дальше строительство невозможно этого объекта. В этом случае, я полагаю, у вас есть основания обратиться в суд о сносе данного строения. На месте снесенного здания местные власти рассматривают варианты строительства многоэтажного дома для врачей. Просьбу людей после их обращения к губернатору выполнили и в станице Анапской. Анастасия Кульбякина на приеме у Вениамина Кондратьева попросила помочь в создании водоотводных сетей на одной из улиц. После этого ремонтники проложили 850 метров новых труб. Что нам удалось решить? Избавились от вони, от всего, то есть вот эти все нечистоты, которые плыли по улице наружу. Особенно летом это вообще невозможно. Люди очень довольны. В Анапском водоканале заверили, что ни одному человеку не отказано в подключении к сетям.